Привет! Передо мной чан, но это не просто чан, это деревянный чан, либо японская баня Фурака. Какая ее особенность? Поскольку это вот такая баня, так скажем, она, этот чан, он деревянный, он постоянно будет подтекать. Будет подтекать потому, что дерево, оно не идеально герметичное, между всегда ним будет зазор, оно будет рассыхаться, и зазоров все будет больше и больше, вода будет вытекать. Чтобы этого не было, что нужно делать? Хотя бы раз в месяц наполнять фураку водой не менее 60% от общего объема, либо просто говоря русскими словами, использовать эту баню-бочку фураку и, разумеется, подтягивать вот эти вот металлические прутья. Это классная вещь, и мне она очень нравится в эксплуатации.